Всем привет, мы продолжаем играть. Напоминаю, что играем в Кикин Бакашки, три восьмерочки стар, ссылочка на нее находится в скрепленном комментарии. Также не забываем подписываться, на 3,5 тысяч подписчиков у нас будет офигительный розыгрыш. В общем-то, 10к на балансе. Давай с 10 и начнем в этот раз. По 1000. Так, ну блин, пока что-то как-то не очень, да? Опа, это, кстати, x5. Нифига себе. Красиво, красиво забираем. Х6 даже. Мы будем в плюсе. Причем в офигенном плюсе, я бы сказал. Может еще фиолетовый как-нибудь? Нет. 13 тысяч на балансе. Слушай, ну неплохо. Так быстро стартанули. Плюс 3к уже. Классненько. Так, фурбласт. Тоже косарик. 4 лимона. Офигеть. И тут x5 сразу. Да ну. Офигеть. Просто. Фрутбласт удивил реально. С первого раза x5 выдал. 5000 плюсом, блин. Офигеть. Ну это что-то с чем-то, конечно, сегодня с БКшечкой. По 1000. Давай тогда еще скретч. 17 косарей. Блин, я надеюсь, в минус не уйдем. Раз, два, три. Блин, минус 1000. Ну давай еще рискнем. Раз, два, три. Да ну нафиг. Х15, серьезно. Капец, 28 тысяч на балансе. Просто плюс 18 тысяч. Почти в 3 раза поднял банк просто за 2 минуты. Это как вообще? Это что за день сегодня такой? Как это может быть? Капец, 28 косарей. Жесть, просто жесть. Блин, ну нам надо как-то до 30-ки подниматься. Давай по 500 в кристалле. Немного покрутим, посмотрим. Так, ну красные должны быть. Давай красные. Хорошо, 2900. Так. 3К. Ну, слушай, все равно в плюсе мы. В плюсе 29 тысяч. Так. Неплохо. Погнали, резидент. По 1000. Меньше смысла нет. Динамит. 250. Блин. Печально. Походу в резиденте сегодня не прет, да? Так, 1200, 1700. Ну, хотя, в принципе, давай попробуем. Да. Не зря рискнул. 29500. Блин, ладно, давай еще косарь. 750. Динамит забираем. Блин, до 30-ки прям чуть-чуть надо. 1000. 2000, офигеть. А вот и занос. Забираем 3К. И 31 тысяча уже. Ну, блин, это просто офигенно. Так, а может быть что-нибудь еще? 500 рублей с крыши лотери. Ну, что-то да. С крыши лотери в последнее время особо ничего не давал. Ай, 5-0. Ну давай, третья попытка. Ты серьезно? Ладно, хрен с тобой, четвертый раз. Х1, Х2, Х1. Да, не густо, минус. Так, тогда что предлагаем? 30 тысяч мы точно оставляем. 300 рубасиков закинуть в секреты джунглей. Крутануть на... Блин, давай на тигра. Посмотрим, может быть, выпадет кэф. Если выпадет, попробуем его помножить. 300 рублей, это, в принципе, не так уж и много. Но, блин, горилла упала. Ладно, фиг с ним. 30 косарей у нас на балансе. Начинали мы вообще в этом ролике с 10к, поэтому результат просто офигительный. Так, оставим. В следующем ролике продолжим с этой же суммы. Надеюсь, выиграем еще что-нибудь. Всем спасибо за просмотр, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем такой же охренительной удачи и всем пока.